Всем привет! Это проект «Люди равно Балаково», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. В школах начинается горячая пора. Перед началом учебного года нужно выдать учебники, составить списки классов, расписание, подготовить кабинеты. Директор самой большой школы Балаково Константин Кузнецов к такому круговороту событий давно привык и считает, что лето – это еще самая легкая пора. У кого-то отпуск проходит в поездках, а Константин Кузнецов проводит это время в школе. Дела не отпускают, да и сердце не на месте, если находишься далеко от родного кабинета. Всегда могут возникнуть вопросы, решение которых не допускает промедления. На этот раз, например, срочно пришлось создавать еще один 10 класс, потому что желающих остаться в родной школе после 9 оказалось больше, чем обычно. Если ты далеко куда-то уезжаешь из школы, все равно ты переживаешь, ты волнуешься каждый день. Тебя комфортнее чувствуешь, когда вот ты рядом. 28-й школой Константин Кузнецов руководит с самого ее основания. Еще на стадии строительства он курировал объект. Самое крупное образовательное учреждение Балаково открылось в 1993 году. Тогда, 1 сентября, порог новой школы переступили 2800 учеников. Это 111 классов, из которых 22 первых. И это был не предел. Мы как-то привыкли к такому режиму, поскольку у нас был период, когда в школе было 160 классов, было 3500 учеников. Это было гораздо труднее. Константин Борисович уверен, директор образовательного учреждения в первую очередь педагог, а потом уже управленец. Нельзя руководить школой, если ты не заслужил уважение учеников и родителей как учитель. Для того, чтобы быть хорошим директором, необходимо пройти, так сказать, все ступени. Вот я, например, был и вожатым, и учителем, 6 лет работал в Турковском районе, учителем сельской школы. Потом я был учителем русского языка и литературы 21-й школы в Балакове, заместителем директора 19-й школы, директором 3-й школы, она маленькая была. Я считаю, что как бы очень важны знания педагогики, психологии, ну и затем уже, соответственно, управленческие навыки. Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения, Константин Борисович сам постоянно повышает свою квалификацию. Того же требуют и от педагогов школы. Для того, чтобы идти в ногу со временем, учителя должны учиться, уверен директор. Тогда и качество образования будет расти. Интересен тот учитель, который сам непрерывно учится и который является для учащихся примером. Сейчас в 28-й школе работают 102 педагога, и более 80% из них имеют высшую и первую квалификационные категории. Многие учителя трудятся здесь не один десяток лет, и спустя годы к ним в класс приходят дети их первых учеников. А кто-то из ребят, окончив педагогический вуз, возвращается в родную школу в качестве наставника. К нам в школу пришли уже 5 человек наших бывших выпускников. В этом году еще одна ученица приходит, 6-я. Есть в школе и свои традиции. Одна из них – это общение директора с учениками и родителями. Каждая мама знает, где с 7 до 8 часов утра по будням можно застать Константина Борисовича. От настроения детей зависит образовательный процесс, поэтому директор встречает ребят на входе с улыбкой. С кем-то поговорит, кому-то напомнит про вторую обувь, кого-то даже пожурит за забытую киберкарту. Но ежедневное общение – это залог того, что контакт между руководством школы и учениками налажен. За 44 года своего педагогического стажа Константин Кузнецов не перестает удивляться, как меняются школьники. И если за ними понаблюдать, то можно понять, какое оно новое поколение. Если сравнить те же самые 90-е годы, у нас было большое количество проблемных детей, потому что это было очень непростое время. И вот время именно сейчас, то мы смотрим, что дети изменились. Они изменились в лучшую сторону. Они уважительно относятся к учителям. Дети начитаны. И когда с детьми начинаешь беседовать, то удивляешься, насколько они эрудированы и насколько они разбираются вот в тех или иных областях. Изменились и родители. Если раньше они воспринимали обучение как данность, а слово учителя было законом для всех, то сейчас отношения со школой строятся по-другому. Работать с родителями сейчас стало сложнее. Но все равно находим какой-то компромисс.
Вот мне помогло юридическое образование грамотно решать конфликтные ситуации, не допускать того, чтобы были обращения куда-то в вышестоящие органы. Второе юридическое образование помогает Константину Борисовичу и в другой его работе. Уже много лет он является депутатом, так сказать, связующим звеном между балаковцами и властью. И второй раз его назначают председателем собрания Балаковского района. Такое доверие Константину Кузнецову оказывают его коллеги. Депутат должен реагировать на те вопросы, которые задают жители. Поскольку наша основная работа это в том, чтобы не только комфортная среда была там, где проживают наши граждане, но чтобы все вопросы, которые их волнуют, они тоже решались. Начало августа – небольшие каникулы для Константина Борисовича и в депутатской деятельности, и в педагогической. Его год, как у каждого учителя и депутата, начинается 1 сентября. И это только кажется, что все идет по кругу. На самом деле, каждый день Константина Кузнецова не похож на предыдущие. И в этом особая прелесть любимой работы.